Молитва за здоров'я душі. Молитва о здоров'ї душі і тіла. Господине Ісусе. Господи Ісусе. Ти си узяв наше людське тіло. Ти взяв на себе наше чоловічське тіло. И родился от Девы Марии в скромной назаретской семье. Ты, коиси одовек, ты, который ниси се от веков, держал своей единости с Богом. Ты не придерживался, него си опленил сам себе своего единства с Богом, но принял человека. Лик раба, слуги, человека, и стал подобен людям во всем, греху. Поставший человеком, став человеком, ты си у себе носил и всю боль, кою и человек, в себе носил и всю боль, которую человек испытывает в течение своей жизни. Как Бог, ниси то треба. Как Бог, ты не должен был этого делать. Али из любови. Но из любви к нам. Узел си все наши боли на. Ты взял все наши боли на себя. Как бы смо ми били ослабочены. Чтобы мы были освобождены. Хотел си нам быть близок. Ты хотел быть близким нам, быть нам ближним. Ты нам увек исказуешь милосердие. Поэтому ты всегда вновь и вновь нам высказываешь милосердие, нам, которые в нужде и которые сейчас просим тебя. Помилуй нас, Господи. Хвала Христе, хвала Христе, хвала Христе, хвала Христе. Хвала Христе, хвала Христе, хвала Христе, хвала Христе. Аллилуйя, аллилуйя. Господине Ісусе, Господи Ісусе, ушел си в нашу людську повість. Ти вошел в нашу человеческую историю. Ти страшно постати один. Ти не боялся стать одним из нас. И родившийся у времени. И родившись во времени. На себе си осветил себе одного живота. Ты ощутил всю тяжесть одной человеческой жизни. Био си близок. Ты был близок людям. Радовался с радостными. И радовался с радующимися. Плакал со заплаканными. И плакал с плачущими. Тешил жалоща. Ты утешал печальных. Пробуждал надежду. Приносил мир. Исцелял больных. Исцеливал обседнутые. Исцелял своим присутствием, своим присутствием ты приносил людям свою доброту и мир, мир, который исполняет каждое сердце, которое откроется для тебя в любви. Иисусе, Иисус, ты и данас делаешь и сегодня действуешь в мире.
Ты си нам и сада близок. Ты и сейчас близок к нам. Зато ты отвораму свое сердце. Поэтому тебе открываем свое сердце. И допустим тебе. И позволяем тебе, чтобы ты нас исцелял. Исцелишь. Чтобы ты утешал нас. Да нам даруешь. Дабы ты подарил нам свой мир. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù, alleluia, 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 alleluia. Поставши людьми сличан, став подобным людям, ты, Иисусе, добро упознал, ты, Иисус, хорошо пережил то, что значит страдание, жалость, и как больно расставаться с дорогими людьми. Прежде всего, ты печалился из-за тех, кто не принимал спасение, которое ты предлагал им. И данас си нам Христ. Сегодня Христос, ты близок к нам в таинствах. Ты нас додируешь своим любовью. Здесь ты прикасаешься к нам своей любовью и милосердием. Сверни сада свой пост. Сейчас обрати свой взор на нас и даруй нам здоровье души и тела, чтобы мы еще больше могли следовать за тобою. Спасение. Которым единственным мы находим спасение. Оздрави нас, исцели нас, Господи. Кирие Елеисон. Кирие Елеисон. Христе Елеисон. Христе Елеисон. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Neka vas, всех вас, ваши семьи и всех, за кого вы сегодня вечером молились, благословит всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Продолжаем молиться, будем молиться славные тайны Розария. На этом наш самолтанный перевод заканчивается. Благодарим вас за совместную молитву и желаем благословенного вечера. Grazie,